Расположенный на южных склонах гор Большого Кавказа, окруженный лесами и горами, утопающий в зелени Исмаилинский район, один из красивейших районов Азербайджана. Самая высокая точка в районе – гора Бабадаг. По территории района текут реки Гирдеман, Ак-Ох и Гёйчай. Природными жемчужинами района являются три естественных озера, расположенные неподалеку друг от друга на высоте 3500 метров у горы Бабадаг, и два искусственных озера рядом с селами Кюрдмаши и Ашык-Байрамлы. Эти озера предоставляют хорошие возможности для любителей рыбной ловли. Богат растительный и животный мир Исмаилинского района. Здесь произрастают многие ценные лекарственные виды растений, обитают благородный олень, горный козел, дагестанский тур, медведь, волк, лисица, заяц и так далее. В районе, кроме азербайджанцев, проживают представители других народов и этнических групп: лезгины, русские, евреи, ираноязычные лахиджи, потомки древних албанцев, хапыты. Природа района – горные реки, лесные массивы, скалы, водопады, богатый животный и растительный мир – производит хорошее впечатление на каждого побывавшего здесь человека.